Конечно, это шутка, ребята. В радиусе 2 километра от такого места строго-настрого запрещено копать по закону. Кстати, в этом же месте совсем рядом проходит знаменитый путь Святого Якова, как испанцы говорят, Камино де Сантьяго. Ну и рыбачков тут всегда много. Знаете, что здесь ловится? Форель. Ну, а мы двинем на ночной отливчик. Вот мы снова и на пляже. А самое интересное, ребята, что до сих пор работает дискотека какая-то. Это ж такая поздняя ночь. Гляньте. Ух, как веселятся. Смотрите, сколько сегодня водорослей нанесло. У меня такого не было. Вот сплошные водоросли. Народ веселится. Вот, ребята, часик покопали, пришлось поменять пляж на другой. Вот с таким покрытием. Потому что тот занесло песком. И вообще сигналов почти нет. Нашли немножко евриков, но мы ж не за этим идем на пляж. Сегодня у нас чемпион Саня, ну и мне попала вот такая серебряная обручалочка. Дома помою, покажу поближе. Ну что ж, ребята, наступило утро, проспались, разберем находочки. Сами понимаете, очень неудобно было копать сигналы одной рукой и снимать, и показывать вам, а тем более под фонарик ничего ж не видно. Ладно, мусора было в этот раз поменьше. Зато попали вот такие интересные свинцовые штучки. Гляньте, какой-то солдатик безголовый. По-моему, римлянин когда-то был. Смешной. Пульки. Такая, дробь, такая. Самолетик тоже свинцовый. Старые штучки. Задница от какой-то гильзы. Вот эта штучка. Короче, это все свинец. Ну, разные значочки. От одежды. Пуговичка. Беседки. Смотрите, как хорошо сохранилась франковская песета. Вот с портретом Франко. Они обычно такие убитые, вот такие же, с такого же материала, они убитые вообще. А вот эта интересная монетка, даже не знаю, какой страны. Ну, интересно, никогда такая раньше не попадала. Так, теперь ставим это, еврики. Евриков на этот раз меньше попало. Вот. Всего лишь 12,90. Почти 13. Зато вот такое. Гляньте, какой браслет мощный, серебряный, тяжелый. Имя на нем написано. Джереми. Англичанин какой-то потерял. У нас тут много англичан отдыхает. Так, вот это блестело классно. Но это бижутерия. Вот это тоже проба не имеет. Судя по всему, бижутерия. Это тоже бижутерия какая-то. Вот. Вот это тоже тяжелое такое. Колечко серебряное. И самое интересное, что на нем символика какая-то непонятная, то ли арабская, то ли узорчик какой-то интересный. Почищу, сделаю фотки, покажу,
Что-то там такое, или это надпись такая красивая. Но колечко тяжелое, ребята, мощное. Какая-то белочка. А это кулончик тоже серебряный, Сан-Фермин. Кто не знает, у нас тут праздник раз в году. Самый сумасшедший праздник, какой только может быть. 7 дней в неделю. Люди пьют, гуляют. Салют каждый день. Конкурс салютов международный. Съезжается очень много людей. Если в нашем городе 300 тысяч населения, то обычно приезжает до 3-4 миллионов человек сюда на этот праздник. Не пройти, не проступиться. В гостиницах мест не хватает. Люди обычно спят прямо на газонах, ставят палатки или просто так спят. В общем, интересный праздник. Кому интересно, посмотрите, есть видео. Немножко первый день праздника, ссылочка будет на экране. Ну, а кто хочет поподробнее, на нашем сайте тоже ссылочка будет внизу под видео. Ну что ж, будем чистить серебро. Так, заливаем. Упс. И упс. Ну вот. Процесс пошел, товарищи. Когда почищу, покажу, что из этого получилось. Самый бурный процесс пошел на браслете, потому что он самый большой. А остальное так чуть-чуть только, видите? Ну вот. Когда почищу, покажу, что получилось. Ну вот, ребятки, как и обещала, показываю вам серебряные вещички, уже почищенные. Вот Сан-Ферминовский кулончик. Ну, он долго пролежал в водичке. Не только в водичке, потерла его песочком, камнями. Сами понимаете, это свой след оставляет на изделии. Так, вот этот браслет тяжеленный, со всеми пробами. Где они тут? Вот. Ну и вот такое колечко. Надписи, ребята, я прочитать не могу. Кто может, подскажите. И внутри тоже есть надписи. Здесь какое-то другое вроде слово. Вот. Вот такое колечко. Тоже тяжеленькое. Вот такие серебрухи попали. Всем спасибо, кто смотрит наш канал. Подписываемся, не забываем. Всего доброго, удачи всем.